что пиздато доставать человека, который занят. Так пиздато ничего не делал, да? А я вас слышу. Здравствуйте, вы транспортировкой занимаетесь? Что? Транспортировкой занимаетесь? А вам куда, откуда и кого? Давайте с этого начнем. Да, давайте. По Москве, и меня из дома в гостиницу «Украина». Да, конечно, телефон диспетчер, тогда запишите, пожалуйста. Да, готов. 921? Да. 3366. 3366. Все, понял, спасибо. Пожалуйста. Все, в жопу тебе засунул, ты что, понял? Очень извинился. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, вы же транспортировкой занимаетесь, да? Да, мы занимаемся. Скажите, вот я сейчас разговаривал с девушкой, мне дали ваш номер телефона, сказали, что вы сможете меня отвезти из дома в гостиницу «Украина». Откуда, куда? Из дома, ну вот я в Москве живу. Очень плохо слышно, вы поближе к трубке подойдите. Смотрите, какая ситуация. У меня просто телефон что-то барахлит. Смотрите, какая ситуация. Так лучше слышно, нет? Также, я просто буду громче говорить. Угу. Я живу в пределах МКАДа, ну, на Петровско-Разумовской. Мне надо отвезти в гостиницу «Украина». Угу. В принципе, как бы, почему скорая? Потому я, в принципе, здоров, но я боюсь попасть в пробку. У меня серьезная встреча. Хочу узнать, сколько это будет стоить и на какое время лучше машину заказать. Транспортировка будет стоить 6 тысяч рублей. Но вам на какое время нужно? Ну, смотрите, у меня в 3 часа встреча. То есть мне нужно в 3 уже быть там. Во сколько сможет машина приехать там? В 2 лучше или 2:30, в зависимости от того, как она поедет? Ну, давайте так, вам в 3 часа, да, до гостиницы «Украина»? Да, да. Так, ну, давайте часа в 2, где-то 15:20. Да, давайте лучше, да, чтобы я не опоздал. 15:45. Да, записывайте адрес. Пишу. Едем в гостиницу «Украина». Да. Хорошо, все, 13:45 заявочка принята. Все, спасибо, жду. Едем до гостиницы «Украина», меня там оставляете и все. Да. Желательно побыстрее, можно, мужики, опоздаю. Как там получается у нас? 6000. Возьмите. Будет у вас сдача? Так, а что же делать тогда? А? А это вот водителю. Пожалуйста, а мне можно закурить? Можно у вас сигарету там окно открою, а то он так и не купил. Я возлагаю. Да без разницы, я про свой дом забыл. Возьмите. Спасибо. А как окно открыть? Не открывает. А, просто так, можно на пол, да, стряхивать?
Ну, 2 минуты, я уже буду. Вот прям на остановке меня можно? Никому не рассказывай. Да ладно, хватит, он еще постоянно так держит. Все, спасибо.